И всем привет, дамы и господа, с вами Чиканок Стар Супер. Подпишитесь на канал обязательно, загляни в описание. Ну а мы, ребятки, продолжаем великолепнейшую игру Space Marine Warhammer 40 тысяч, ребята, Warhammer 40 тысяч. Охренительная игра, в прошлой серии, кто не смотрел, залетели к нам из открывшегося портала конкретные демоны. Вот, захерачили орка. Можете также это посмотреть в моих шортсах, господа. У меня есть целый плейлист с шортсами. Вот коротенькие видосики. Добро пожаловать всем. Усаживайтесь поудобнее. Сейчас будем за императора, как говорится, дрючить, мучить всех. Вот, и убивать. Крутая игруха, много расчленки, кровища, экшона, сюжет, предательство. Прошли практически половину игры, ребята. Всем огромное спасибо, кто подключился. Также, ребята, не забывайте делиться трансляцией с друзьями, подписывайтесь в социальные сети, ссылочки все, конечно же, прикреплю в описании. Офигенная игра, очень нравится, прямо очень-очень-очень хороша. Хорошо сделано, 10 тысяч лет в такие игры не играл. Также, ребят, не забывайте подписываться на наш Discord, где вы можете делиться с ребятами, общаться, делиться своими трансляциями, видосами и всем-всем остальным. Да. Так что, кровь мучеников, семя империи. Мысль дня. Хорошая мысль. Единственное, что, конечно, нагнетает, это загрузочки. Надо было немножечко их почикать. Ну, что ж поделать. Ждем, 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 ждем. Броня восстанавливается вне поля боя? Нет, броня на самом деле восстанавливается вне поля боя. Она действительно восстанавливается, она всегда восстанавливается. Если немножечко не получать урон, броня тут восстанавливается. Лучше умереть за императора, чем жить для себя. Да, лучше подписаться на Чиканка, чем жить для себя. Согласен, следи за своими мыслями. Так точно. Мысль дня, следи за своими мыслями. Ну и юморок. Также, ребят, кто посмотрел про прошлые части, обязательно пишите комментарии, как вам игруха. Император, храни нас! Нам нужен выход! На лифт! Вот такая вот у нас штука демона хаоса, мать его божья! Ну-ка, давай-ка посмотрим, как мы их пердолить будем. Вот так. Иди-ка сюда, дружок. Ну, нормально, нормально пока. Все, вот так вот он растворился. Демоны, живьем брать. Живьем брать. Вон они прям. А гранат-то нету. Жаль, жаль, жаль. Ну что же, вы скажете, ребята. Активируйте. Демоны, демоны. Они самые. Этот демон говорил правду? Это мы вызвали вторжение хаоса? Разумеется. Его марионетка-инквизитор манипулировал нами с момента встречи. И до нее. Этот лже-инквизитор послал сигнал бедствия. Я так не думаю, Леандр. Он был напуган, взволнован. Думаю, это был настоящий Дроган, обреченный на смерть. И она нашла его. Но убили его не орки. Агенты хаоса уже как-то проникли туда. Обалдеть. Ну что ж, вот такой вот, ребят, повороточ. Агента хаоса убили. Не пробрались. Круто, плево. Потрясающе просто. Просто потрясающе.
сдаться. Мы бежим. Пробегаем, типа. Ай. Да вы чё, орки? Я же вас спасаю. Все, теперь и с теми воевать. Вот это нормально. Так, потроши. Топор. Силовой топор берем, возьмем топор. Так, ребятки, сейчас одну секунду надо, кажется, проверить, если звук игры, все ли в порядке, все ли он хорошо слышно, все в порядке, поехали дальше. Прорываемся с боем. Ай! Ну, конечно, вы теперь все против меня. Молодцы какие, а? Не подходи ко мне, не подходи, я сказал. Всем ебал ломаю. Нормально. Ну-ка. Да, топор в башку. Да вы чё? К выходу! Где он? Останавливаться! А где выход-то? А, вот он. Да вот это. Так, хорошо. А вот угасание света, часть четвертая. Силы хаоса вторглись на планету Кузнец. А вы должны остановить их. Ну вот, сначала мы их призываем, потом останавливаем. Забавненько. Эти врата, они растут. Если врата вырастут еще, Немерод протащит через них флот. Мы должны перерезать связь между вратами и башней. У вас есть план? Нету. Мы используем непобедимый и снесем шпиль. Ого. А пушка Титана будет эффективна на таком расстоянии. Настало время использовать источник в своих целях. Зарядим непобедимый. Зарядим. До Титана. Зарядим непобедимый, конечно. Нифига себе. А я думал, Обломыч, что не дадут нам на нем пошагать. А нет, смотрите-ка. Дают нам и пошагать, и пострелять из него. Круто. Тихо. Затопа. Блин, играю на геймпаде немножечко. Там из них прям тю-тю, вон летят они. Демонки ебучие. Хоба. Ну ничего, сейчас мы им всем... Расхуячим, как говорят. Раскулачим их где. Раскулачим. Подожди, а там чё? Может, тут есть чё? Ну вот, да, конечно. Бенджамин, случилось нечто ужасное. Твоя мать... Джуль, ой. Мы попали в засаду орков. Они окружили твою сестру. Она закричала, и Джулия бросилась на них. Они засмеялись. Какой же у них омерзительный смех. Я схватил Хан. Так, подожди, он схватил Ванну. Честное сообщение, рабочий Натаниэль. Ребята, пока идет загрузочка, не забудьте подписаться. Да, вот кнопочку сейчас я вам покажу. Вот, обратите внимание на... Этот
ну вот на тот вот, да, вот на этот вот указатель, который сейчас высветится у вас на экране, поэтому, да, господа. Также, ребята, завтрашнего дня у нас будут стримы, поэтому, ребята, заходите, поддержите, буду вам всем но твоя мать... рад. Они схватили ее и буквально порвали. Значит, демон убил инквизитора Дрогана и вселился в его тело. Андрей, кто зачем? В одиночку демон никак не смог бы пронести источник через миллион орков. Найди нас. Он нуждался в помощи. И мы ему помогли. Меня обманули. Я несу ответственность за прорыв хаоса в этот мир. Да нас всех обманули, чел. Нас всех обманули, но мы виноваты, да, надо исправлять ситуацию. Ну что ж. Надо исправлять, значит, будем исправлять. Громовой молот. Сканирование завершено. Железный Орион. Предоставлен полный доступ. Древний артефакт создает персональный энергетический щит, который заметно усилит прочность силовой брони и космодесантника, позволяя ему выдерживать самые сильные атаки. Железные ореолы столь редки, что используют их только у капитанов или воителей. Но мы достойны. Мы достойны. Так, обязательно все посмотрим. Раз нам дали еще броню, усилили, поэтому мы берем молоточек. И сейчас будем мы молоточком по коленным чашечкам настукивать. Ёп-ёп-ёп. Блин, и за кого здесь, да, быть? Ультрамарины, в атаку! На кого? Чё я? Куда я его? Мы втроём против армии орков, против армии... Вот это, конечно, жестко, господа. Орки, мы втроём против армии орков, против армии демонов. Это вообще, конечно... Это, конечно, жижупа. Вот это накернили. Сразу накилдериваем его. Оставайся лежать спокойненько. Да ты что? Ой, убил. Так просто. Да-да-да. Гранатометчиков. Мясо, фарш. Молодцы, молодцы, ребята, прям на высоте. Молодцы, справились. Нам, конечно, натрепали щеку, но мы справились. Капитан, пришло Чё? Время озвучить мои опасения. Говори. Вы снова держали открытый источник, капитан. И его излучение снова не подействовало на вас. И что это значит? Кодекс Астартес гласит, что лишь те, кто заодно с хаосом, могут выдержать касание варпа. Ты забываешься, ультрамарин. Леандр, этот вопрос очень беспокоит и меня. Но поиск ответов подождет до того момента, когда мы остановим вторжение хаоса. А если будет поздно? Ах ты лысый. Леандр, хватит. Нам нужно идти дальше. Ах ты лысый хер. Ты на кого тяпкаешь? Лысенький, ты в своем уме?
Тихо, застряли. Взять гранаты. Так, ладно, гранаты взяли. Дальше погнали. Ну, очень круто, очень круто. Да, кстати, а реально, почему мы можем его трогать? Уже два раза до него дотронулись, и нам пофигу. Мы случайно не за предателя сами-то играем? Блин, повороты в этой игре, конечно. Я почему-то сразу думал, что он какой-то червь, потому что он прям так разговаривал, знаете? Как предатель какой-то. Поэтому я сразу понял, что он предатель. Маленько пока загрузочка, ребятки. Огромная вам просьба подписаться на канал. Вот. Напишите там комментарий. Да ёб твою мать-то. Братья в атаку! Ёб твою мать. Ух. Рабыхался. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, уходим. Ну-ка сюда иди, дай-ка я ТП восстановлю, бум, бам, поебало, хлоп. Сиги для хаоса. Так, спасаемся. Потихонечку, полигонечку бежим. Так. Ну мы, кстати, правильно сделали, что мы пошли именно сюда, а не сразу же туда вниз куда-то прыгнули. Потому что нам бы тут боеприпасики поднимем. Зачистили верхушечку, теперь можно спокойно идти дальше. Ломаем эти мешки. Мешки не преграда. Господа, помогите нам! Да не вопрос, братан. Демоны! Демоны! Сюда живьем, брать. Откуда они все лезут? На! Закрывайте. Господин, космодесантник. Они практически сразу напали на нас. Здесь космодесант. Капитан Тит, вы слышите меня? Это лейтенант Мира. Тут вся планета словно свихнулась. В этот мир вторглись силы хаоса. Что? Доберемся до Титана и уничтожим врата Варпа. Я знаю нужную дорогу. Я разослала людей на аванпосты между комплексом Калкис и бастионом Праймус. Оттуда по железнодорожной сети можно добраться до... Ну-ка. По железнодорожной сети. Сейчас будем на тачаночку, что ли, ездить? Понятно. Ага. Встретимся там. Ёп. Ёп. Пробегаем. На, в лепешечку. Бежим, пацаны, бежим. Это не наша война.
еще и эти еретики хаоса. Да вообще полная срань. Вообще уцелела. Ладушки. Ладушки, ребятки, давно не играл, практически 2 недели. Немножечко с управлением не разбираюсь. Но вроде пока проходим. Фу-фу-фу, как говорится. Господа, вот и уровень пройден, походу. Сейчас будет. Да будет мультик. Так, какая долгая загрузка. Что-то пока непонятно. Сейчас все будет. Черный экран. Вы видите то же, что и я. Лайк, комментарий, подписочку, господа, оформляем. Не стесняемся. Как нам биться с ними? Легионы хаоса. Рядовой, а ну соберись. А ну не ссать. Да, мэм. Я здесь. Остальные взводы собираются отходить в направлении бастиона. Держите эту позицию, или они будут отрезаны. Приветствую, ультрамарины. Здорово. Ну что у вас, лейтенант? Летёха. Насколько хороши, насколько это возможно, если учесть, что мы окружены вражеской ордой. Мы возвращаемся на командный пост, капитан. Нормально у тебя жопа. Ну, возвращайся куда хочешь, а я буду ломать. А я пошел ломать лица. Оу! Да! Мясо! Ох! Ох! Гранатометчик гребаный, ненавижу вас. Да еп! Бег, бег! Нормально, 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 держимся. Хилимся, живем. Просто... Ты собака, ты умри. Да я. Нормально, нормально, нормально. Затащено, как говорится. А вот еще одна у нас. Хотел бы я быть сильным, думать, что все хорошо, но не могу. Мертвые Почему? Повсюду. Они гниют. Мы сжигаем тела по мере сил. Но огонь только привлекает орочьи орды. Если задуматься о том, сколько здесь погибло народу, впору свихнуться. Но куда бы мы ни шли, везде трупы тех, кто до последнего момента ждал помощи, а она так и не пришла. Нау. Грустно. Пимпу дает туда-сюда. Патроши, нож. А я пока только боеприпасики возьму. Нравится молоточек. Блин, а орки, чем больше убивают людей, тем больше становится хаоса, типа, И снова на наши пути встали. Это не надолго. Протупил, пизды получил. Так, патроши. Вижу патроши, иду бирать. Патроши нам всегда нужны. Ура, блядь. Да пошел ты нахер со своим щитом. Ой, ёпт, твою мать. Тихо.
Тихо, вот это недопустимо. Ах ты, сука. Далеко ускакал. Ай! Тихо. Спокушечки, сейчас мы вот здесь вот сбоку зайдем. Гранатометчика главное убивать. Они прям... Потому что, суки, бесявые. О, видите, даже в упор стреляет. Ой. Бодыщ. Пошло, Мочилова. Тихо-тихо, собачка-собачка. Твою мать. Уже императору сегодня. Две собачки. Дамы и господа, ну и на этом, наверное, мы с вами на сегодня хватит. Немножечко полчасика поиграли. Всем огромное спасибо, кто подписался. Спасибо всем тем, кто поддержал лайкосиком, конечно же, дамы и господа. Не забывайте о том, чтобы заглянуть, посещать в соцсети. С вами был Чиклокстар Супер. Всем огромное спасибо, ребятки, и всем пока-пока.